Коллеги, здравствуйте, Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Сегодня хочу с вами поговорить, чем обрабатывать расчески из Spark Professional. Ну, наверное, не только расчески, но и ножницы. Вы можете обрабатывать вот таким замечательным спреем от компании I Love My Hair, компании Гинки. Значит, компания Гинка разработала данный спрей специально для дезинфекции Spark Professional. Почему они озадачились разработкой данного спрея? Ну, я так понимаю, что у нас очень много всевозможных дезинфицирующих средств, которые представлены на рынке, и эти дезинфицирующие средства просто-напросто убивают этот пластик. Казалось бы, да, там прочный пластик, вы скажете, да, то есть там не ломается, но, к сожалению, все вот эти дезинфицирующие средства, которые у нас есть на рынке, они убивают данный пластик. Вот, поэтому компания Гинка совместно с US Park Professional и совместно с самим товарищем Парком разработали данный спрей. Вот, то есть данный спрей у нас наносится на расчески, на, тут у нас написано даже на 3 минуты, вот, на 3 минуты, вот, и не нужно его даже смывать. То есть нанесли, там 5 минут выдержали, там, не знаю, там салфеточкой их вытерли, и все, и вы можете продолжать работу и быть уверенным, что ваши расчески защищены от микробов. Мой вам совет: покупайте всегда рекомендованные средства для обработки инструментов, которые рекомендует производитель. В частности, компания Гинка рекомендует данный спрей для обработки инструмента. И вы уверены будете на 100%, что у вас ничего не случится, если вы будете обрабатывать вот этим замечательным спреем данные расчески. Также этим спреем я советую обрабатывать и ножницы. Также убивают достаточно большое количество микробов, и вы также будете уверены, что на ваших замечательных ножницах ничего нет и с ними ничего не случится. Свои ножницы Joyo, у меня достаточно дорогие ножницы, я также обрабатываю данным спреем, и ничего с ними не случилось. Ну, я уже не говорю о своих расческах. Вот. Также советую, рекомендую также не только рабочие расчески обрабатывать данным спреем, но и также и расчески, которые брашинги, щетки, также вы можете обрабатывать данным спреем. То есть для всей продукции Spark Professional вот это средство для дезинфекции. Ну, в принципе, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Коллеги, если у вас будут какие-то вопросы, или вы захотите, чтобы я вам рассказал в своих обзорах о какой-то там расческе, оставляйте комментарии под этим видео, вступайте в нашу группу ВКонтакте, заходите на наш сайт shopcoms.ru. Там есть в продаже данный спрей и 100 мл, и есть литровые. Вот, также есть наши любимые расчески US Park Professional. Вот, так что пишите, задавайте вопросы, я буду вам всегда рад ответить. Всем спасибо, всем точных стрижек, всем пока.